Каждый третий рубль в экономике Чувашии зарабатывается в малом предпринимательстве. Малые и средние предприниматели – это 43 тысячи субъектов, которые создали 153 тысячи рабочих мест. В 2015 году по всей России проходила бизнес-перепись. Сейчас Росстат подвел ее итоги. В Чувашии обследовали работу более 17 тысяч малых предприятий, 32 тысяч индивидуальных предпринимателей. Всего представили отчеты более 85 предпринимателей и юридических лиц. Выяснилось, что из этого числа каждое третье малое предприятие или почти каждый пятый ИП не осуществляли или приостановили свою деятельность. Чаще всего предприниматели проявляют активность в сфере торговли, ремонта автотранспорта, бытовых изделий. Более 30% организаций – каждый второй индивидуальный предприниматель. Кроме того, малый бизнес представлен в строительстве и промышленности, аренды и услугами. Среди регионов ПФО Чувашия по числу малых и средних предприятий занимает 9-е место. А по числу индивидуальных предпринимателей опережает среднероссийские показатели, находясь на 22-м месте из 85 субъектов.